Накануне 9 мая работники и ветераны морского порта возложили цветы к памятнику, установленному в память работников Нарьян-Марского морского порта, погибших в годы Великой Отечественной войны. Их имена не забыты, они занесены в альбом боевой славы предприятия. Портовики свято хранят память о погибших. Гусев Николай Николаевич, Дружинин Григорий Иванович, Дуркин Василий Григорьевич. Всего 118 нарьян-марских портовиков погибли на полях сражения в годы Великой Отечественной войны. Они участвовали в обороне Заполярья, героически сражались под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, с боями дошли до Берлина. Их имена никогда не будут забыты. Не будут забыты не только их имена, но и подвиги. 17 августа 1942 года у острова Матвеев произошла ужасная трагедия. Немецкая подводная лодка У-209 атаковала караван небольших судов, шедших без охраны с несколькими сотнями человек и строительными грузами, следовавшими из Хабарова в Нарьян-Мар. Были уничтожены все суда, кроме «Норда». Он бросил коми лест у острова, а потом немецкая подводная лодка спокойно все это расстреляла. В баржу была запущена торпеда. В общем, по-немецки, даже есть данные с немецкой стороны, они там расстреливали из всего, что можно было. Всех, кто плавал в воде, еще жив остался. Выжили только двое – Лазарь Иванович Хозяинов и Просковья Алексеевна Котова. В своих воспоминаниях они описывали ужас всего произошедшего, взрывы, за которыми последовало разрушение элементов лодки и то, что и живых, и мертвых выбросило на берег. 19 мая 1943 года У-209 покинула Арктику и вышла на север Атлантического океана. Ее настигли к юго-востоку союзные фрегаты. Глубинными бомбами моряки забросали лодку. Работники-ветераны в этот день пришли отдать дань уважения портовикам, которые отдали свою жизнь за нашу возможность жить и радоваться жизни. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, телеканал «Север».